Если честно, я думал, что парк Галицкого закроют. А это вот лавочки, на которых я фоткался, лежа. Что-то мне сейчас совсем не хочется на них даже садиться. Но люди их фоткаются пофигу. А это вот дуванчики. Такие вот. Такая аллея дуванчиков. Блин, как бы слезть отсюда. Опа. Парк почему думал, что закроют? Потому что нереально скользко, кругом плитка. По траве вот эти склоны, там снизу трава, трава вся подстрижена. Вон, слышали такой крик? Это опять кто-то упал. Короче, я думаю, что реально из-за травма опасности парк могут закрыть. Но его не закрыли. Офигеть, снег выпал неожиданно. Не факт, что он завтра будет открыт. Вот. Люди быстренько склоны переоборудовали в горки. И катаются тут. Офигеть. Такая вот красота тут в Краснодаре. Снег поднялся. Глубина достигает в некоторых местах уже 20 сантиметров. Блять, скользко, пиздец. Короче, снизу плитка немного прокатился. Но видите, просто она очень скользкая. И весь парк в этой плитке. Я думал ходить по травке. Но, блин, сугробы глубокие. Не вариант. Хотя на травке-то я первый раз и шлепнулся. Вот такие вот дела. Вот такой вот стенд. Где что находится. Можно нажать паузу. И рассмотреть. Туалеты, площадки. Дорогие гости. Для тополя. Короче, интересный этот стенд. Пошел я на выход. Не знаю, что еще поснимать. Такие вот дела.